Сегодня мы сделаем вот такую варежку, новогоднюю подвеску. Я предлагаю сделать ее именно с таким орнаментом, как хотите. Вот беру цветное тесто, оно у меня вот такое. Окрасила я его в процессе замешивания. Так, нам нужна лепешечка. По форме варежки делаем сверху. Так. Лепешечка. Чем тоньше у нас лепешка, тем, во-первых, легче будет наша работа. Во-вторых, тем быстрее она просохнет. Так. Пальчик. Вот нужно вот так вот сделать пальчик. Формируйте вот как вам хочется, какого размера пожелаете. Ровненько вот так вот делаем. Сверху можно заузить. Она, конечно, не будет похожа на ту перчатку, которая у меня была. Вот на то оно и творчество, на то оно и ручная работа, что каждая работа, она не похожа на следующую. Вот смотрите, вот так приминаю, чтобы выровнять всю поверхность. Формирую пальчиками, как мне надо. Отличная перчатка, мне нравится. Вот я ее кладу. Теперь нам нужно беленькую сюда подставить. Махнушечку. Так вот, я выделила тесто много. Вот. Сколько хотите, опять же, белого цвета. Но я вам скажу, что вот это тесто, оно вообще не окрашенное. Вот с пшеничной, наверное, муки. Вот с обычной муки. Можно окрасить в белый цвет. Потому что, когда оно высохнет, оно вот таким белым не будет. Точно. Для того, чтобы это было красиво, можно... О, отличное у нас, да, получилось. Смотрите. Теперь, для того, чтобы прикрепить, мы намочим вот здесь. И поставим опушечку. Я предлагаю ставить, не накладывать друг на друга, опять же, иначе будет слой большой. Так, и у меня еще есть скрепочка, я ее сразу прикреплю, тоже смачиваю немножко водой, и мне ее нужно сзади закрепить. Вот сюда сзади. Приподнимаю немножко, закрепляю, прижимаю. И вот поправляю опушечку, как мне надо. Смотрите, я вот предлагаю сделать вот так. Каким-то таким ножичком. Как будто бы лохматая у нас поверхность. Косматая. Мех все-таки. Вот так немножко сделать. И можно сделать, можно не делать, опять же. Как хотите. Так, и тоже по площади немножко. Нам не надо сильно. Отличная перчаточка получилась. Теперь какое-нибудь украшение предлагаю взять. Опять же, намочить. Вот так поставить его. Вот. И теперь можно украшать. Здесь я хочу, как в той работе, раз, два, в хаотичном порядке, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, вот так раскидала бисер. Я беру в каждую, вставляю бисерок в каждую. Цветной старайтесь сделать бисерок. Смотрите, это мелкий бисер. Можно взять, естественно, покрупнее. Вот, и водичкой его туда прижимаем. Кто-то старается сделать, что вот кругляшок, вот этот вот кругляшок у бисера, чтобы они все были с кругляшками наверху. Но это очень кропотливая работа. Некоторые детки делают это все. Так, сейчас я поставлю сюда, чтобы у нас сегодня была готовая работа. Стараюсь бисер, чтобы он у меня разный. Одинаковый, чтобы рядышком не стоял.
Вот так смачиваю. Капля буквально, да? Капля. Смотрите, прозрачный бисер, он очень плохо смотрится в готовых работах. Вот прозрачный бисер, что это? Это ничего. Его здесь вообще не видно. Так. Когда вы будете делать, вы сидите, вам удобно. Мне сейчас не очень удобно, поэтому процесс замедлен. Так, вот этот белый мне очень нравится, белый. Матовый белый хорошо в работах смотрится. Вот он, матовый белый. Так, вот этот вот зелененький, да? Его вообще не будет видно. Я заранее смешала бисер для того, чтобы не тратить уже время в процессе самой подделки. Обязательно смочить. Если мы не смочим, у нас все рассыпется. Весь бисер будет на полу, когда мы подсушим работу. Так, и последнее. Здесь беленькая. Последнее. Вот такая опушка получилась. Теперь смотрите. Давайте сделаем 1, 2, 3, 4 пайетки у меня. Вот я приготовила пайеточки. Мы их выложим. Когда выкладываем пайетку, тоже смочили. Я определила, какой стороной я буду их все складывать. Наверх. Чтоб чашечка наверх смотрела. Прижала. Так, вот здесь. Вот могу, ну, нет, наверное, здесь не очень красиво будет. Вот здесь будет красиво. Смотрите, как там у вас, да? Располагайте свое усмотрение. И по цветам тоже. Вот. И между ними сейчас... Я не между ними, я цветочком сейчас оформлю. Не будет. Так. Так вот разложила пайетки. Так, а теперь вокруг каждой, смотрите, 1, 2, 3, 4. 5, 6, как правило, 6. Вот так прижимаем, да, 6. Опять 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрите, по расстояниям, да, смотрим. Обязательно. Вот прижимаем еще их. Когда начинает подсыхать, все это выходит наружу. Нам этого не надо. Так, и начинаем раскладывать бисерочек вот именно вот в эти вот дырочки. Опять же смотрим по цветам. Как у нас там? Чтобы пестренько было. Нет, кому как. Можно синенько. Можно красненько. Прижимаем с водичкой. Так, вот здесь очень близко, конечно, к краю. Прижмем. Вот, получился первый узор у нас. Так, я, конечно, бисер не просто так любой беру. Вот если попадается у меня стеклярус, например, он мне не нужен. Синий. Синий здесь уже есть. Мы его на другую сторону, да? Красный. Сюда. Белый можно наверх. И зелененький такой. Угу. И прижимаем. Вот эту работу, я думаю, что сможет сделать ребенок, ну, возможно, с 5 лет. Если вы сделаете форму и предложите ребенку вот дырочки сделать, у меня часто дети не могут сделать дырочки. У меня особенные дети занимаются, поэтому они очень часто делают очень криво. Криво, в разнобой, не понимают, как это надо сделать. Я им наношу дырочки,
показываю направление. И для них очень интересно вот так вот раскладывать по ячейкам бисер. Прямо они в удовольствие сидят и раскладывают потихонечку. Еще приноровились они, смотрите, вот так берут, мочат спичечку, да, вот так поднимают бисер и несут его. Тоже интересно. Кстати, я этого не знала. Тоже мои дети меня учат каким-то. А им лениво, потому что им не хочется пальчиками. А моя задача, чтобы они делали пальчиками, это все брали. Развиваем моторику рук. Вот я говорю, ребятки, даже я могу пальчиками взять. Вот. Но, смотрите, я-то беру ногтями. Небольшие ногти, да, которые зацепляют. А у них-то нет ногтей. Поэтому им тяжело. Им тяжело его подцепить. Попробуйте, попросите ребенка. Рассыпьте бисер или горошек, чтобы он его поднял. Собрал по одному. У меня иногда тоже на пол падает бисер. Если много, мне жалко же, да? Вот. И чтобы горстью не собирать его вместе с пылью, возможно, какой-то. У меня кошки дома. Ну вот я тоже сижу и по одному его собираю. Прям по одному. Очень увлекательное занятие, я вам скажу. Вот так пальчиками. Видите, да? Не так долго это все делается. Я не знаю, мне интересно. Сижу вот так вот и придумываю. Что-то придумываю, что-то, конечно, не секрет. Подглядываю в интернете, конечно же. Знаете, какие-то идейки. Я всегда говорю, что вы идеи увидели, но у вас, возможно, нет в наличии тех материалов, которые представлены в данной работе. И вы, когда творите, да, вы идею подглядели, но как и из чего вы будете это делать, это уже будет все ваше. И я вам скажу, что сколько вот детей, сколько мы делаем работ, где-то около 200 работ мы вот, если елочку делаем, мы 200 детей у меня делают эту елочку за неделю. Вот. И я вам скажу, что ни одна работа не повторяется, хотя я показываю им образцы, показываю фотографии, свои работы приношу, но ни одна работа не повторяется. Посмотрите, какая прелесть. Я надеюсь, вам нравится. Еще можно, вот я приготовила крупный бисер, можно, ну, сейчас попробую, ну, я думаю, что можно даже испортить, хотя здесь уже ничего не испортишь. Раз, два, попробую сейчас поставить. Очень люблю сиреневый цвет. Вот сиреневый. Давайте, например, голубой. Вот у меня ярко. Крупный бисер. И давайте вот серебристую тоже поставлю. Вот серебристую такую красивенькую. То есть вы заметили, чем больше матовости в бисере, чем больше в нем темноты, тем он интереснее смотрится в работе. На мой взгляд, конечно. Поэтому я всегда советую, не покупайте прозрачный бисер. Не покупайте, потому что его не видно будет в работе, в тесте, его не видно будет. Посмотрите, да? Уже рисунок потерялся, вижу, что потерялся. Но хотя бы у нас не так пасмурно. Так, голубую вот сейчас сюда поставлю, золотую вот такую. Вот, и в принципе можно уже отправлять на сушку. Сушим на открытом воздухе. Переворачиваю. Вот за сутки она, вот эта сторона с этой соединится, чтобы мне, когда я буду переворачивать, не оторвать их друг от друга. Вот, по-моему, очень даже неплохо. Красивая работа. Возможно, я какому-нибудь ребенку подарю. Вот. Так. Ну, здесь что-то, да? Здесь давайте еще одну последнюю сделаем. Голубенькую, смотрите. По сочетанию вот она сюда пойдет, голубенькая. Вот какая красота у нас будет. Слушайте, ну мне очень нравится такая пухленькая варежка. Вот так я ее вот таким плоским ножом поднимаю. Учитываю, что здесь у меня друг к другу просто прижато. Да? Чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь. Угу. Скрепку осторожно. Вот, вот такая работа у меня идет сушиться.
Напишите, понравилось вам или нет.